Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, коллеги. В начале своего выступления я хочу использовать мысль Мираба Мамардашвили в его лекциях о Прусте, где он говорит о педагогических системах, в которых человек является объектом воспитания. Ссылаясь на Пруста, Мамардашвили говорит, напротив, человек – это субъект становления, субъект возрастания. Одной из педагогических систем, с которой спорит Мираб Мамардашвили, без сомнения является советская педагогика или там, позитивистская педагогика материализма, которая является педагогикой коллективизма, где отдельная личность не принимается в расчет и практически обесценивается, где центром педагогической проблемы является коллектив, инструментом являются мероприятия, а основой такой педагогики является, конечно, идеология прежде всего. Очевидно, что проблемы личности, свободы и творчества не являются задачами такой педагогики. Свобода всегда проблематична для системы и подчас и разрушительна. Поэтому поиск простых решений характерен, в общем, для любого времени. И сегодня можно наблюдать подобное, в том числе и в церкви. Количество запланированных мероприятий, бесконечное количество циркулярных писем, отчетах о выполненной работе, о мероприятиях не может не напомнить о недавних временах. Но церковь – это, конечно же, не коллектив, а семья, а православие – это не идеология, а жизнь. Поэтому я хотел бы порассуждать, что такое христианская педагогика, как воспитание в свободе. «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства», говорит апостол Павел. Выше в том же послании он характеризует дарованную Христом свободу как усыновление Богу, а рабство как порабощение стихиям вещественным началом этого мира. Свобода как усыновление Богу раскрывается апостолом прежде всего как любовь к Богу. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына, своего вопиющего «Ава Отче». И далее, как любовь к ближнему. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего, как самого себя. Власть быть чадами Божьими, которую Спаситель дает верующим во имя Его, святыми отцами рассматривается как неразрывно связанная с осуществлением свободы и любви. Василий Великий говорит о трех состояниях человека. Первое – о рабском состоянии, когда человек исполняет заповеди из страха наказания. Второе – состояние наемника, когда человек ищет угодить Богу из желания получить награду. И третье – состояние сына, когда человек служит Богу, делая это ради самого добра и из любви к давшему нам закон, радуясь, что удостоились служить столь славному и благому Богу. Именно сыновнее состояние есть состояние свободного служения Богу по любви к Нему. Поскольку любовь есть исполнение закона, закон не может регламентировать дела любви. Поступающий по любви свободен от такой внешней регламентации. Об этом вслед за апостолом Павлом говорит, в частности, блаженный Августин. «Люби и делай, что хочешь. Молчишь ли ты – молчи по любви. Вопиешь ли ты – вопи по любви. Если наказываешь – наказывай по любви. Если щадишь – щади по любви». Мы видим, что христианство совершенно неслыханным для античности образом говорит о сыновнем отношении человека к Богу, в котором имеет место единство свободы и любви. Для христианства свобода в ее осуществлении есть любовь, а все формы несвободы – формы нелюбви. Христос, как совершенный Бог и как совершенный человек, любит не какие-то черты или какие-то качества в человеке, которые хорошо характеризуют его. Он любит каждого как единственного «кто», или, по выражению Киркегора, как другого «ты».
Это любовь, которая никогда не перестанет, и выражаю которую любящий может поистине сказать: «Я люблю тебя». Так что эти слова будут означать ровно то, что они значат. Они будут означать нечто совсем иное. Например, «я люблю в тебе то-то и то-то», «я люблю тебя», а это значит, «я люблю тебя», это значит, что если даже ты утратишь черты, которые мне в тебе нравятся, и даже если ты встанешь на путь, с которым я совершенно не согласен, и который вижу как путь, ведущий тебя в погибель, я не перестану тебя любить». Если ты будешь неверен мне, я останусь верен. Моя любовь может стать тогда моей болью, но она не сможет умереть во мне, ведь я люблю тебя, а не твое. Так любит Бог каждого человека. Такую любовь являет Христос, и так призван любить своего ближнего каждый христианин. Эта любовь не ищет своего, именно поэтому она является свободой. В опыте такой любви, опыте, который знает и о котором свидетельствует Церковь Христова, раскрывается одно из важнейших для святоотеческого учения о человеке положений – понимание человека как воипостезированной природы и различение в нем природы и ипостаси. Применительно к человеку, природа – это все то, что в человеке отвечает на вопрос «что?» – это его тело и душа. Ипостась – это он сам как кто, а не что. В этом и только в этом смысле можно вслед за Владимиром Лосским перевести ипостась как личность. Разъясняя различение природного и ипостасного личного в человеке, Лосский пишет: «Когда мы хотим определить, охарактеризовать какую-нибудь личность, мы подбираем индивидуальные свойства, черты характера, которые встречаются у прочих индивидов и не могут быть совершенно личными, так как они принадлежат общей природе. Мы, в конце концов, понимаем то, что является для нас самым дорогим в человеке, то, что делает его им самим, неопределимо, потому что в его природе нет ничего такого, что относилось бы, собственно, к личности, всегда единственной, несравнимой и бесподобной». В таком свободном творческом раскрытии своей природы человек предельно личностен. Он является самим собой, становясь самим собой в творении любви. Кьеркегор, которого я уже упоминал, ставивший проблему бытия самим собой и глубоко ее раскрывший, подчеркивает в частности, что быть самим собой можно только самим собой, постоянно становясь. Что если я творчески и первично от первого лица проживаю данное мгновение, это никак не гарантирует того, что я проживу так и следующее. Ведь дело здесь идет о свободе, а не о природной необходимости. Такое раскрытие человеческой личности контрастирует со столь обычным для нас состоянием, когда мы определяемся своей природой и утверждаем себя как индивиды. Человек, определяемый своей природой, действующий в силу своих природных свойств, в силу своего характера, наименее личностен. Он утверждает себя как индивид, как собственник своей природы, которую он противополагает природам других, как свое «я», и это смешение личности и природы. Это свойственное падшему человеку смешение обозначается в аскетической литературе Восточной Церкви особым термином – «самость». Причем истинный смысл этого термина слово «эгоизм» не передает. Мы обратимся теперь к нашей человеческой ситуации, к тому, как любит или способен любить человек. Мы увидим одну принципиально важную черту человеческой любви. Наша любовь – это всегда любовь ответная. Мы любим Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Мы способны становимся любить других, потому что изначально были любимы своими родителями. Опыт любви мы получаем уже действенным способом, на нас обращенный. И в отношениях с ближним мы сначала оказываемся любимы, и уже затем начинаем на эту любовь отвечать. Будучи ответной, наша любовь всегда является благодарением. Рассматривая человеческую любовь как благодарение, мы можем ясно увидеть, что любовь есть свобода. Благодарящий свободен по отношению к тому, что он принял дар, и по отношению к тому, что он благодарно дарит в ответ. Он не порабощается даром, не вцепляется в него, но свободно принимая дар, благодарно обращается к дарящему. Он дарит ответный дар в своем благодарении, дарящему открываясь. Любящий
одаривает любимого самим собой. Это хорошо видно, например, при общении с младенцем, что является первейшим, овнешненным, наблюдаемым ответом младенца на столь подчас несовершенную родительскую любовь. Это так называемый комплекс оживления. Младенец отвечает на проявление взрослого активными радостными движениями и звуками. Ему нечего дарить, кроме самого себя, всем телом и всем существом, радующегося папе или маме. То же касается и нашей возможности благодарить Бога и приносить Ему дар, о чем Церковь напоминает нам постоянно. Сами себе и друг друга, и всю нашу жизнь Христу Богу предадим. Любая вещь способна участвовать в любви, но любящий ищет и выбирает, ему не все равно, что дарить. Вокруг любого, даже самого скромного стола, люди могут собраться на брачный пир, разделить радость жениха и невесты. Но Христос претворяет воду в вино, и при том в самое лучшее. Человек способен не только уже имеющуюся вещь делать соучастницей в творении любви, но и творить новые вещи. Он и творит постоянно. Творчеством является всякое живое общение. Творчество может стать любое из наших дел и становится таковым, если мы делаем его движимой любовью. Если мы, к примеру, с любовью готовим своим домашним еду, мы не можем это делать механически. Наконец, можно вспомнить и о том, что часто именуют творчеством в узком смысле, в создании музыки, стихов, картин и так далее. Во всем этом мы видим раскрытие той свободы, которой человек наделен по отношению к миру, в котором он живет, и вещам этого мира. Теперь нужно сказать о христианской свободе по отношению к другому человеку или другим людям. Эта свобода заключается далеко не только в независимости по отношению к чужим мнениям, хотя такая независимость тоже важна. Будучи неразрывно связана с любовью к Богу и ближнему, такая свобода выражается и в том, чтобы не идти на поводу у ближнего в тех его стремлениях, которые разрушительны для него как для личности, уводят его от себя самого в бесплодное рабство страстям. Не идти на поводу не означает, разумеется, попытки насилия над ближним с целью причинить добро, но означает отказ от соучастия тем грехам и страстям, которые имеют над ним силу, и отказ от таких отношений с ближним, в основе которых лежит усугубленное взаимностью самоугождение. Только при этом, поскольку свобода заложена в самом существе личностного и ипостасного бытия человека, любящий не может не относиться к ней с трепетом, даже тогда, когда выбор любимого им разрушителен для этого человека, а любящему доставляет лишь боль. Как отец в притче о блудном сыне, хоть и с болью в сердце, но все же отпускает сына, когда тот желает уйти, и отдает ему просимую часть наследства. Еще одна важнейшая грань христианской свободы по отношению к ближнему раскрывается в заповеди Христовой о любви к врагам, заповеди, без которой, как говорит об этом преподобный Силуан Афонский, нельзя по-настоящему быть христианином. Внимательно читая слова преподобного Силуана, можно увидеть, что возможность исполнить эту заповедь неразрывно связана с опытом богообщения и с тем, что христианин знает Бога как совершенную любовь, причем обращенную лично к Нему и ко всякому человеку. Мы говорили, что человеческая любовь всегда ответна. Чтобы научиться любить, нужно сперва быть любимым. В раскрытии своей способности человек оказывается зависим от тех, кто одаривает его своей любовью. И если он не встречает в другом обращенном к нему любви, а встречает, напротив, ненависть и злобу, естественному человеку негде взять сил любить ненавидящего. Он может только любить друга и ненавидеть врага. Но, узнавая Христову любовь и на нее отвечая любовью, человек оказывается свободен во Христе превозмочь этот естественный порядок дел, свободен встать на путь возрастания в любви, вплоть до любви к врагам. Основываясь на сказанном выше, мы можем выделить ряд моментов и сделать ряд выводов, принципиально важных для христианской педагогики. Рассматривая христианское понимание свободы, мы видим, что отличительным для христианства является понимание свободы как неразрывно связанной с любовью. Свобода понимается при этом как свобода быть самим собой,
как единственной несравнимой и бесподобной личности и раскрывается в трех конструктивных моментах: как свобода человека по отношению к собственной природе, как свобода человека по отношению к миру, в котором он живет, и к вещам этого мира, как свобода по отношению к другим людям. Свобода быть собой, поскольку она свобода, не может быть воспитана посредством какой-либо педагогической технологии. Христианская педагогика, понимающая себя как воспитание в свободе, не может быть системой. Не может быть она системой также и потому, что свобода существует только в ее конкретном осуществлении конкретным человеком. Так что педагог, желающий воспитывать в свободе, обращается к данному конкретному ребенку как к единственному, по выражению Киркегора, и обращается к нему лично. Ему приходится тогда быть открытым к ребенку в его конкретной ситуации, в их личной фактичности, в живом общении творчески, ища того, что поможет ребенку раскрываться свободно, творчески, от первого лица. В этом ответственном делании, которое не может не быть деланием любви, он творчески находит употребление своим знаниям и опыту. Воспитание в свободе – это всегда риск. Не настоящая глубокая любовь к ребенку, не тонкое понимание того, что всякий раз потребно ему лично, никакие грани нашей педагогической искусности не могут гарантировать того, что свобода, раскрытию которой мы способствуем, не будет употреблена ребенком против нас и во зло себе. Мы видим, что это так, даже когда педагог совершенен, даже если этим педагогом является сам Господь Бог, читая историю, библейскую историю грехопадения. Обращаясь к этой истории и ее продолжению в Священном Писании, можно выделить три момента, принципиальных и для христианской педагогики. Бог ставит человека в ситуацию, в которой может обнаружиться вся полнота его свободы, включая возможность поступать против Бога и себе в погибель. Второе. Бог в личном общении предупреждает о выборе, который губителен для человека. Третье. Человек совершает выбор, поступая против Бога и во зло себе. Но Бог не слагает с себя ответственности и не отворачивается от человека, но остается верным до конца. Он до конца любит человека и ищет его спасти. Но и спасение человека он не осуществляет помимо человеческой свободы. По слову преподобного Максима Исповедника, у человека два крыла, чтобы возлететь к Богу – свобода и благодать. Родители и педагоги часто стремятся максимально оградить ребенка от дурных влияний. В результате может вырасти человек, не способный свободно и естественно в мире поступать, не умеющий плыть по волнам житейского моря, а способный лишь плескаться в мелком бассейне. Когда такой человек вырастает и попадает в мир, от которого его усердно ограждали, ему бывает особенно трудно быть светом миру и солью земли. Часто он или испуганно забивается в тихий уголок, или с головой бросается в море страстей и искушений, считая, что вот это и есть настоящая жизнь, жизнь, которой его насильно лишали с детства. Замечательный педагог и психолог блаженной памяти протоиерей Борис Нечипоров в статье «Мое педагогическое кредо» пишет: «Недавно была передача из одной епархии, где говорилось: как здорово, мы создали православную школу. Там высокий забор. Дети не знают ничего, что происходит в мире. У нас нет телевизора. А и зачем им знать, что происходит в этом ужасном мире? Мы их ограждаем от этого мира». Я хочу задать этим горе-педагогам, абсолютно неквалифицированным людям, вопрос. А потом-то детей вы в мир выпустите? Или вы так их и будете затворять где-нибудь? Нет, они собираются их в мир выпускать, но дети не знают мира. Как они будут подготовлены к выходу в мир? Есть такое научное слово – дезадаптация. Это и есть педагогика социальной дезадаптации ребенка. И далее отец Борис говорит: у нас есть два пути. Первый – создать православное гетто. Оно у нас будет очень малочисленно. Мы не сможем решать миссионерские задачи, а будем помышлять оторвать ребенка от мира. Нужно ли это делать?
либо мы создаем более сложную организацию, более сложную структуру, которая позволит, с одной стороны, ребенку жить в мире и понимать, где он живет, иногда даже оказаться в нечистотах этого мира и принять на себя с малых лет скорбь и несправедливость этого мира. С другой стороны, он увидит красоту церкви, красоту духовности, мира Божьего, Божьего благодати и молитвы. Он будет видеть и недостатки церкви, они есть в любом живом организме. Это будет способ воспитания более сложный, но иначе проблемы воспитания нам не решить. Конечно, ставить ребенка в ситуацию, где может проявляться его свобода, не означает абсолютного попустительства. Когда взрослый не решает уже сам ничего, важно уметь понять, что ребенок при своих возрастных возможностях, на что ребенок при своих возрастных способностях действительно способен, что он может выбирать, а в чем он еще не способен ориентироваться. Так что представление ему здесь свободы для самого ребенка означает отсутствие необходимой ему поддержки и помощи со стороны взрослого. Чаще взрослый оказывается по отношению к ребенку чересчур авторитарен. Видя незрелость ребенка, он не замечает тех моментов, в которых свобода ребенка может уже обнаружиться, в которых ребенок сам может уже попробовать выбирать, экспериментировать, приобретать опыт, конечно, в том числе и опыт ошибок. Боясь избаловать ребенка, такой взрослый стремится как можно скорее выдрессировать его путем наказаний и поощрений. В результате такой ребенок рискует вырасти человеком, который не знает, чего он хочет, и не способен свободно поступать и совершать выбор, человеком, постоянно ищущим внешнего руководства и теряющегося без такового. Становление зрелой свободной личностью для него оказывается сильно затруднено. Конечно, верно сориентироваться взрослым здесь может помочь прежде всего любящее внимание к ребенку. Любовь не ищет своего. Ей дорог и интересен другой, которого она хотела бы видеть, как его самого. Одной из важных для педагогики проблем, имеющих прямое отношение к свободе и по отношению к собственной природе, является проблема воспитания таланта. Взрослые нередко с особым усердием ищут в ребенке, чем он талантлив, а на самом деле часто, в чем он способен превосходить других, удовлетворяя этим свое тщеславие как родители или педагога. При этом ребенка побуждают идентифицировать себя со своим талантом. Ему как бы постоянно внушают: «Ты – это твой талант, ты настолько заслуживаешь любви, насколько этот талант реализуешь. Именно он, твой талант, делает тебя кем-то значимым. Без него ты – пустое место». Конечно, главной неправдой здесь является попытка сделать любовь наградой за что-то. Своего рода торговля любовью, разрушительная и во всех других случаях. Любовь, как мы выше говорили, это дар, а не заслуга или награда. Без умения жить в отношениях дара и благодарности христианская свобода совершенно невозможна. Применительно же к таланту, такое воспитание делает человека рабом своих талантов. Рабски возделывая их, он порой может достичь очень высоких результатов в той или иной деятельности. Но во многом эти результаты будут техническими. Творческое дыхание свободной личности в этой деятельности будет для человека затруднено. Если же такой человек лишится возможности осуществлять свой талант в силу болезни или каких-то иных причин, для него это может стать полным тупиком и крушением всей жизни. Для христианской педагогики здесь стоит вопрос: как помочь человеку в становлении свободной личностью, личностью, которая обладает талантами, а не является их рабом? Думается, что важнейшим при этом является как раз воспитание в любви, в воспитаниях отношения дара и благодарения. Чтобы осуществлять такое воспитание, взрослому приходится бдительно внимать себе, стремясь с помощью Божией преодолеть в себе все проявления нелюбви, несвободы по отношению к ребенку. Конечно, здесь, как в любых человеческих отношениях, возможны и грех, и падение. Но если в основе их любовь, взрослый может, оказавшись неправ перед ребенком, найти путь попросить у него прощения не только словом, но даже делом и жизнью. Для ребенка такой пример может тоже быть очень важной школой. Одной из важных педагогических задач при воспитании свободы по отношению к миру и к вещам этого мира является способствование развитию ребенка творческого отношения к миру и к вещам. С одной стороны, здесь важно поддержать естественное для ребенка свободное исследование вещей.
Знакомясь с миром, ребенок нередко экспериментирует со осваиваемыми им вещами, пробует разные варианты действий с ними. Например, учась есть ложкой, ребенок пробует стучать ложкой по разным предметам, по разному звучащим от удара ложкой, бросать ее на пол, радуясь, как она звякает и так далее. Взрослые нередко не видят в этих действиях никакого толка и пресекают их, а в них проявляется и развивается живой интерес ребенка к миру, к вещам, интерес без которого невозможно любящее отношение к миру как к Божьему творению и возделыванию этого мира, в котором, которому призван человек. С другой стороны, важно прививать вкус и интерес к тем примерам высокого творчества, которые хранит человеческая культура. Настоящее творчество – это всегда глубокое раскрытие того, что есть. Оно является соучастием человека в раскрытии Божьего творения. С самого начала библейского повествования о человеке мы видим пример человеческого творчества, достойного быть названным поэтическим в первичном и глубочайшем смысле этого слова. Бог приводит к человеку животных, чтобы он нарек им имена. Ими здесь, конечно, не условное обозначение, но творческое раскрытие человеком того, что есть каждое из животных. Раскрывая то, что есть, человек-творец с любовью и, можно сказать, особым благоговением относится к Божьему творению, ища произвести, то есть привести к явленности сообразно ему самому то, что есть, давая возможность нового его узнавания. Свобода проявляется здесь как своего рода соработание Богу. Открытие миротворчества может помочь ребенку избежать ловушки ложного понимания свободы, как такой независимости от природы, которая осуществляется через разрушение того, что есть. Логика такой свободы следующая. Природа меня обуславливает. Стало быть, для того, чтобы освободиться от нее, я должен разрушить все природное, как в этом мире, так и в себе самом. Такую свободу по праву можно назвать сатанинской. Надо признать, что с таким пониманием свободы, с ее осуществлением нам, педагогам, приходится сталкиваться постоянно. Как-то однажды, разговаривая со старшими подростками в нашей православной школе, я задал им вопрос. «Ребята, а что ограничивает вашу свободу?» Ну и, соответственно, после недолгого раздумья, ребята стали говорить, родители ограничивают свободу, школа ограничивает свободу, обязанности ограничивают свободу, правила ограничивают свободу и так далее и тому подобное. Дошло до того, что церковь ограничивает свободу и совесть ограничивает свободу. И тогда я сказал, да давайте теперь с вами вместе нарисуем портрет свободного человека. И тогда, конечно, ребята на какое-то мгновение замолкли, потому что оказалось, что бессовестный, неуважающий законы, неуважающий родителей, неуважающий правила общественного порядка, человек, стремящийся любыми способами достать деньги, потому что отсутствие денег тоже ограничивает свободу и так далее. Человек довольно опасный, что с таким человеком не хочется дружить, от такого человека хочется держаться немножечко подальше, вот от такого свободного человека. И вот тогда вырисовал понимание того, что же делает человека свободным, а что эту свободу в человеке уничтожает. Для воспитания свободы по отношению к другим людям важно, чтобы ребенок приобретал опыт верности ему родителей. Чтобы ребенок видел, что как бы не реагировали на него другие люди, это никак не способно повлиять на родительскую любовь к нему, что они любят его, как его самого, и не сравнивают его с другими детьми. В то же время важно знакомить ребенка, конечно же, с Богом. Очень важно, чтобы каждый ребенок через родителей имел личный опыт богообщения. Не опыт религиозного поведения, как часто мы передаем нашим детям, думая, что тем самым мы учим их вере, передавая опыт поведения, как правильно ставить свечку, как читать молитву на незнакомом языке, как правильно перекреститься, когда надо поститься, когда надо исповедоваться, с какого возраста, что надо говорить священнику на исповеди и идти потом к причастию. Это вещи
подспудные, это вещи, на которые можно опираться, они не являются центром веры. Но очень часто сами родители упускают вот этот важнейший момент личного богообщения ребенка, потому что очень часто сами родители, для них это тоже большая проблема, потому что в нашем церковном обществе очень много внешних форм религиозного поведения, и очень мало вот у человека дерзновения на личностный опыт встречи с Богом. И вот этот опыт дерзновения, опыт молитвы, опыт понимания, опыт слышания Бога, опыт обращения к Нему сердечного необыкновенно важен для воспитания ребенка как свободной личности. И прибывая ребенку вкус к настоящей христианской свободе, мы, конечно же, делаем его способным для настоящего творчества. Спасибо за ваше внимание. У меня вопрос к вам, и для меня очень важно было услышать мысль об отношениях дара и благодарности. То есть это на самом деле очень важная и глубокая мысль, и хотелось бы, конечно, больше о ней поговорить, но вот что такое талант, да? То есть все-таки вот вы говорили о таланте и о том, что ребенка нельзя, так сказать, любить за талант, с чем я совершенно согласна. Но как все-таки понять, все, мы, жизнь – это творчество, и каждый человек – творец, но есть дети и люди, у которых есть особый талант. И как нам вот осторожно и правильно вот с этим талантом обращаться, как педагогам и родителям? Вот или микрофон, или... Ну, вопрос таланта, на самом деле, действительно очень сложный и такой противоречивый, потому что, на самом деле, задачей педагога, по-моему, является в том числе каждого ребенка увидеть талантливым. Вот. И, собственно говоря, дать каждому ребенку вот эту вот веру, вот то, о чем я начал говорить, да, что человек – это субъект роста, субъект развития, субъект, не объект воспитания, когда его дрессируют, когда его каким-то образом формируют внешними вещами под свои модели, понимаете? А когда педагог дает вот этот импульс развития ребенку. И в этом смысле талант человека – это как раз то самое ядро этого развития, тот самый центр, который должен увидеть в ребенке педагог, углядеть вот этот вот образ Божий, скажем так, да, вот в каждом ребенке, увидеть то, как способен ребенок, подобно цветку, раскрыться перед Богом в его уникальности, в его вот этой удивительной красоте. Конечно же, существует то, о чем мы привыкли говорить, как некие способности ребенка по отношению там, к математике, к творчеству, к науке, к физкультуре и так далее и тому подобное. Существует более-менее талантливые дети, которые действительно превосходят других детей в способностях, в том числе просто в способностях к учению. Но это совершенно не дает возможность педагогу вот разделения детей по этому принципу. Вот я, как бы сказать, обращаю внимание на этих детей, потому что мне с ними интереснее работать, да, а этих детей я немножечко отодвигаю в сторонку, потому что, ну, вот они другие по способностям. Это, конечно, неправильный метод и воспитания, и обучения в том числе. Но очень важно... Здесь для педагога научить ребенка понимать, кто он такой на самом деле, в чем, собственно говоря, его
вот этот вот, вот эта личность, как он себя раскрывает как личность. Очень важно, чтобы каждый ребенок научился быть самим собой, не обращая внимания на вот эти внешние рамки, которые общество так или иначе выдвигает перед человеком, перед ребенком, перед взрослыми в том числе, да, потому что мы все время ориентируемся на кого-то, да, вот мы смотрим, вот этот такой, мы не дотягиваем до него, нам очень хочется тоже, так сказать, идти в ногу со временем, скажем так, казаться вот людьми, способными догонять, как мы говорим, да, не быть лузерами в этом смысле. И эта соревновательность, которая существует в мире, в школе существует, в работе существует, в конкурентности какой-то человеческой, вот эта соревновательность постоянно заставляет человека лишать самого себя тех самых даров, не видеть тех самых даров, которые у него есть, как... Вот это вот любовь Божия к нему, потому что каждый человек, как я сегодня сказал, возлюблен Богом. А это значит, что каждый человек Богом одарен, потому что любовь Божия как раз выражается вот в том, что он одаривает нас самим собой своей любовью. И в этом смысле вот как раз, когда мы говорим о таланте, о даре, мне кажется, что вот это одна из важнейших вещей, когда священник, педагог, христианин, родитель – смотрит на ребенка и смотрит на ближнего вот этими глазами. Спасибо большое. Te ütlesite eelmisel konverentsil eelmisel aastal, et piht on patukahetsuse vili. Et milline on teie arvates tõeline piht ja kuidas sinna jõuda? Это вопрос к вашей презентации на прошлой конференции. Представляете, какая у нас долгая память или долгое терпение, что человек ждал целый год, чтобы задать этот вопрос о том, что исповедь – это плод покаяния, и как действительно... сделать так, чтобы это был настоящий плод, настоящее покаяние? Ну, такой, конечно, вопрос не для минутного ответа. Я вспоминаю свой прошлогодний доклад, я говорил о совести, вот, о действии совести в человеке, в том числе о том, каким образом ребенка готовить к исповеди. В той практике исповедальной, которой сегодня держится наша церковь, само таинство исповеди, к сожалению, превратилось в такой несколько формальный обряд, который человек использует исключительно для того, чтобы иметь разрешение для причастия. И в этом есть одна из проблем довольно серьезных, потому что исповедь сама по себе уникальна именно тем, что она, это таинство, которое живет ради покаяния, но не ради допуска. И когда человек использует исповедь исключительно в качестве допуска до таинства причащения, так или иначе он входит в такую дурную игру, когда ему приходится постоянно повторять одни и те же вещи на исповеди, когда ему приходится постоянно вот выискивать в себе какие-то вещи, чтобы, ну, сказать об этом священнику, потому что, ну, слава Богу, все-таки практика последних десятилетий у нас такова, что мы стали причащаться значительно чаще, что наши храмы все-таки уже наполнены причастниками в обычные воскресные дни, а не только по двунадесятым праздникам. И существует много общин, где христиане причащаются каждое воскресенье. И поэтому возникает вот эта вот проблема, когда человек приходит для того, чтобы причаститься, а для этого ему необходимо исповедоваться. И тогда исповедь становится, как бы сказать, дополнением к причастию. И поэтому само отношение к исповеди меняется у человека. Он не переживает вот это вот предстояние перед Богом в покаянии, в глубоком размышлении, в том числе в том, что мы называем метаноей, изменением своего ума. Изменением своего ума. И поэтому мне кажется, что здесь важно возвысить таинство исповеди сегодня до настоящего его значения, чтобы таинство исповеди по-настоящему переживалось человеком, как суд, на который он приходит к Творцу.
как встреча со светом, как встреча с любовью, как встреча с евангельским словом, которое тревожит человека. И это не может быть каждую неделю. Вот так. Человек не может просто вот жить в таком порядке. Может быть, кто-то и может. Может быть, есть какие-то люди, у которых есть некий навык подобного поведения. Но у очень многих людей такого навыка нет и нет такой необходимости. Поэтому я думаю, что здесь переживание исповеди связано в том числе с тем, как человек зреет до исповеди. До исповеди человек должен созреть. Это очень серьезный, глубокий труд молитвы, размышления над самим собой, каких-то внутренних вопросов, но это путь зрения души. Путь созревания человека до вот этих слов, которые по-настоящему, когда он выражает себя, открывает себя перед Богом, меняют в том числе самого человека. Спасибо за ваш вопрос.